рассада флокса метельчатого оленька порадует праздничной окраской пышных соцветий. Цветочные лепестки окрашены неравномерно, из-за чего цветы выглядят очень нарядно, розовые края, белая звездочка в середине и яркий малиновый глазок. Этот сорт используется для украшения сада и для выращивания на срезку. Если вы хотите вырастить рассаду флокса метельчатого оленька, обеспечьте ей регулярный полив. При этом воды не должно быть слишком много, иначе корневая система загниет. Кусты также нуждаются в защите от сильного ветра и дневного палящего солнца. Растение можно разместить в тени деревьев или высоких кустарников. Флокс метельчатый оленька – это травянистый высотой 80 см. Цветет растение в месяц июль-август. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.